мистер Талисман или Костюммен. Изначально это был обычный человек в костюме синего жука по прозвищу мистер Талисман, который был символом парка во Флориде. Но произошла жуткая трагедия, после которой жители стали бояться выходить на улицу ночью. Эта история начинается с трагической гибели сотрудника развлекательного парка во Флориде. Человеку в костюме мистера Талисмана из-за жары становится плохо, и он внезапно падает без сознания, прямо на глазах посетителей. Из-за политики парка менеджер быстро переносит человека в костюме в подсобку, чтобы этот инцидент не тревожил посетителей. По каким-то странным обстоятельствам менеджер забывает о том, что в подсобке медленно умирает человек в костюме мистера Талисмана. Через неделю уборщик пожаловался на неприятный запах, исходящий из подсобки. Когда ее открыли, то обнаружили костюм, в котором от человека осталась только, цитата, «влажность». Вы даже не представляете, как было сложно произвести вскрытие. Во время вскрытия один из экспертов утверждал, что останки плоти человека слились с костюмом воедино. Также были замечены ожоги, что указывало на умышленное убийство. Полицейские, вскрывавшие подсобку, подтвердили версию с ожогами, так как на костюме были обнаружены вещества, которые, собственно, их и вызывали. Однако виновных смерти так и не установили, так как охранник парка сказал, что камера в помещении была сломана, и из-за недостатка улик дело закрыли. Самое жуткое, что через несколько дней костюм с остатками человека каким-то мистическим образом исчез из морга. Спустя несколько недель жители стали замечать на дорогах какое-то синее существо. Один из очевидцев успел сделать фотографию, на которой было существо, похожее на синего жука, державшее окровавленный труп человека. Со слов очевидцев, костюм был полностью пуст внутри, от него дико воняло разложением, а из черной пасти постоянно доносились жуткие крики о помощи. Жители разделились на два лагеря. Кто-то думал, что парень, или точнее то, что от него осталось, мстит за свою смерть, а кто-то говорил, что это шутки подростков, одевающих на себя костюм талисмана и пугающих жителей ночью. Что же, несмотря ни на что, в одну из ночей умер тот самый менеджер парка, который, по слухам, закрыл мистера Талисмана в подсобке. Он умер от разрыва сердца. Когда его труп нашла полиция, то на его лице была застывшая маска ужаса. Такое ощущение, что перед смертью мужчина увидел что-то очень страшное. Говорят, что и по сей день можно увидеть ночью на трассе костюм, который блуждает в поисках помощи, которую ему так и не оказали. Если вы когда-нибудь услышите жуткие вопли о помощи вперемешку с плачем, вспомните эту историю. Что же, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Лучшие комментарии автоматически попадают в начало следующего ролика. До новых встреч! Подпишись на Огонька.